Ни хао, пнюмен. Ради высшего блага, с вами товарищи атомные. И что же дальше происходит на Юку? Как ждут просмотры и что делается дальше? So, hello and welcome, this is Comrade Atomy, and we continuing on studying Yuku, the Chinese analog of YouTube, and I will show you my channel and what's going up there. В общем-то, да, пора посмотреть. Okay, let's start watching. What's going on? Let it load. Пусть загрузится. So, the first videos, like about 10 videos uploaded. Первые около 10 видео загружены. So, I've uploaded like videos that are not on my channel and that are the most popular on my channel. В общем, я загрузил видео, которые наиболее популярны на моем канале, чтобы посмотреть, как здесь будет идти, а также видео, которые на моем канале не выходят, да, и как вы видите, здесь, например, Pass Wave, Путь Дорогу. В общем-то, я выбрал таким образом, что ждать полгода, пока снова появится первый зритель, да, на моем Юку канале, как это было на Ютубе, я не хочу, поэтому решил, в общем-то, вас мотивировать переходить на мой Юку канал, посмотреть там и как бы немножко поднять статистику. So, okay, I've decided not to wait half year before the first viewer on Юку, like it was on YouTube. So I've motivating you to go on my channel Yoku, watch that, and thus a little bit increase the popularity of my channel and views there. So I'm doing that while publishing the most popular video on my channel, and also those videos that I hided and not seen on my YouTube channel, and you can see it on Yoku. Also, I will say that new videos would come on the Yoku channel, and also I have the like action that if you watch 15 episodes of educational games, you can then order a game that I will try, and if I like it, I'm playing that game. And if my 11-year-old laptop allows that, so I'm doing that. В общем-то, да. Напоминаю, что у меня на канале есть акция, связанная с тем, что если вы смотрите 15 эпизодов обучающих игр, вы можете заказать игру, которую я пробую, и если нормально в нее играю, то продолжаю и прохожу для канала. Так вот, теперь такие видео будут в первую очередь выходить на моем китайском Юку канале. Также на Юку канале я размещаю, для того, чтобы вам было интереснее сюда заходить, кроме наиболее популярных видео у меня на канале, те видео, которые не выходят на Ютубе. То есть, допустим, Typing of the Dead у меня скрытое видео, есть Passway прохождение скрытое, кстати, он тормозит, к сожалению, поэтому не получается новые эпизоды заснять, потому что там реально слишком сильные тормоза. Вот, но тем не менее, то, что записано, будет выходить вот здесь, вот на Юку. Поэтому следите и смотрите, и пожалуйста. Ну и новые акции, то есть, если вы посмотрите, закажете какую-то игру, она будет выходить вот здесь, вот, на Юку. Вот таким вот образом. Например, Passway, который Айсберг заказывал, вот он уже здесь размещен, будут и уже новые эпизоды готовятся. На данный момент я загрузил больше всего, это 250 мегабайт видео. Okay, so I've downloaded the maximum size of video right now here is 2050 megabytes, so it is 1/4 of the gigabyte. And I've already created 3 albums, so you see Typing of the Dead, Communism and Pathway. В общем, уже создал 3 альбома. Passway, Путь Дорогу, Коммунизм и Typing of the Dead. And also we can see the statistics today. Мы можем посмотреть некоторую статистику. Yeah, that's who? That's one person. Это у нас один человек или что-то. So views, 5 views. You see again, this is one view. So you see, it was 5, 2 views, 1 view. So somebody watches that. В общем, кто-то уже смотрит наши просмотры. Let's translate it. Переведем.
Значит, один просмотр указан, но на самом деле, знаешь, вот если здесь набирать, мы смотрим взгляды. У нас 5 просмотров было, 2 просмотра, да, вот тут вот один просмотр. А я так понял, потому что я просматривал регулярно я видео, то как-то они не учитываются. То есть это кто-то уже смотрел эти видео, невероятно. Вот, за последние 7 дней. Вот такое. So, unbelievable. Someone you watched those views and the statistics is a little bit different from the YouTube. So, this is shows, actually, it is not showing mine. Views and only other views. So, there was 5 views, 2 views, and 1 view. So, 10 views in total. This is all the statistics right now. Пока что это вся статистика, которую можно показать, да. Но, тем не менее, смотреть стали, это уже хорошо. Я разобрался с альбомами. Пока не разобрался, как работают комментарии, оценки, уже смотрел другие видео на Юку. И я не могу найти пока, где там комментарии и где ставить вот лайки, дизлайки и такое. So, I've started watching some videos on Юку by myself, and I did not found where actually I can put comments or where I can write down the comments or put likes, dislikes, so I don't know that yet. Пока это не знаю. I've changed my name of the profile. Уже изменил имя своего профиля. But though I've downloaded another picture to my profile, it is not adopted yet, and I don't know where and when it would be adopted. So, like... В общем, не знаю пока, да, чем, как поменять картинку своего профиля. То есть имя я уже поменял у профиля. Это атомный по китайскими иероглифами написан. So this is atomic actually with the Chinese consonants written down. And I don't know. I've tried it to change the picture of my channel, but it is not impossible here. And there is no other additional features of the channel. Пока невозможно поменять аватарку на канале. Я загрузил-то свою стандартную аватарку для, которая у меня есть на канале, но она до сих пор ждет одобрения. Я не знаю, сколько надо ждать этого одобрения. Вот и поменяется ли она еще. Но имя уже поменял. Поэтому вот такие вот новости. Буду дальше искать различные видео, пока я не нашел много тех интересных видео, которые мне бы были бы. Зато нашел, допустим, Typing of the Dead в коопе прохождения. На YouTube я не видел этого видео, потому что, ну, не те видео в рекомендованном, да, даются. А на Yoku я нашел подобное видео, причем оно вначале было залито на YouTube, и причем это одна актриса, из которых, ну, я знаю, я смотрел, да, там, она сыграла в музыкальном докторе Доктора Ужасного. So yeah, and thus the statistics and the requests are different on Youku. It gives different videos at the for the viewers. And for example, I've found there the video that is originating from YouTube, and one of the actresses that I actually like from the short movie Dr. Horrible Thing a blog. And it's nice. Так что это клево и интересно. So I will discover how the statistics works here. And until the next episode, only revolution, only victory. Только революция, только победа. И до следующего эпизода. Буду дальше исследовать Yoku. Ну и вы можете вместе со мной.